идите, а то блинчики остынут. Ой, да ну я не могу уже, давай я буду кушать. Мам, ну что это такое? Сама наготовилась, сама все съешь одна, что ли? Да ну а что такого? Ты вот за блиноеда вышла замуж? Сама его и жди. Ну хорошо, а Света как же? Ой, Светке я оставлю по-любому, ты что? Приятного аппетита, Клара Захаровна. Господи. Так, где у нас хоть одна майка, ну? А нету, Сергей Геннадьевич, в доме порядки, нету и майки. Понятно вам? А порядок должен быть в доме, как в этом, как в армии, вот так. Клара Захаровна, раз уж вы об армии заговорили, я вам никогда не говорил, как нашего прапорщика обзывали. За вредность тещей. Вот так. Запомните это. Сережа. Небось и не служил нигде, а ведет себя прямо как дембель. Чего не служил-то? Он служил в армии. Я его ждала. Я его ждала, значит, он служил, получается. Ну, да. А я думаю, что значит, он где-нибудь у штабе подъедался. Мам, перестань. Он этим был, как его, десантником он служил. Или это мне сосед про себя рассказывал? Эх, молодежь, молодежь. Ничему-то вы так и не научились. Мы с дедом. Он какую дочку вырастили. Люди добрые, посмотрите, а? Она взяла и замуж за дезертира вышла. Нет, ну я вот не понимаю вот это вот. Есть в этом доме хоть одна чистая майка? Ну, пап, ну вот же целая стопка чистых футболок. Ну, на любую одевай. Меня в постиранные голова не пролазит. Вот же она, родимая, моя любимая. Что? Так это же моя футболка. А потому что разбрасываешь, где попало. Была бы ты пацаном, бы и тебя бы в армию бы сделали бы из тебя там человека. Что же она из тебя человека не сделала? Так, а ну-ка не дерзи отцу. Равняйсь. Смирно. На прием пищи шагу марш. Так не показывай, так некрасиво. А то не будут любить тебя. А вот цека за мной однажды ухаживал один генерал. Генерал? Не, ну тогда-то он еще был, конечно, лейтенант, но молоденький, красивый. Не чита нашему ефрейтору. Папа был ефрейтором? Максимум, факт. Вот вам, Клара Захаровна, факт. Пожалуйста. Гвардии старшина Звездунов. Воздушно-десантные войска. Папа, да ты просто Рэмбо. А это во Вьетнаме, да? Неважно, где Света. Мало ли стран в мире, которые мы защищали. Но это пока военная тайна. Ну, знаете, Сергей Геннадьевич, я вот ляжу-ляжу. И думаю, я, конечно, человек томный, отсталый, никуда не годный, но вот это сейчас можно на любом компьютере поделать. На компьютере? Да вы знаете, что я в армии отслужил как положено, от звонка до звонка. Так, ну, у Сергея Геннадьевича от звонка до звонка получается секунды 3. А нормальные люди, между прочим, 2 года служат. Здрасте. Здорово. Вы Звездунов Сергей по отчеству? Я Звездунов Сергей по отчеству. Вот повестка, распишитесь. Послушайте, это какая-то ошибка. Явиться завтра на военные сборы. Дело в том, что мне уже много лет. У меня дочь Света, сын, жена, теща пока еще. Да нет, их с собой не надо брать. Вы приходите, расписывайтесь. Хорошо. Ну, поздравляю.
Служу Советскому Союзу! России, товарищ, России! Россия! Россия! Ну что, заявился наш Аника воин? Зря смеетесь, Клара Захаровна. Вот, почитайте. Не могут в армии без Звездунова. Круто! Комбат, батяня, батяня, комбат. Да что же это, боже мой! А я говорила, Таня, значит, не дослужил. Ну что, дезертир вылетел, вот оно, господи. Наконец-то из нашего папы сделают настоящего человека. Солдаты в путь, в путь, в путь. Мама, да перестань ты в конце концов, ты что это такое? Ну да ну для тебя, родная, есть почта палевая. Скорей труба зовет, мама. Солдаты в поход. Плоскостопие-то не вариант. Сейчас этим никого не удивишь. Сейчас нужно что-нибудь поэкстравагантнее. Понимаешь? Не понимаю пока. Но ты телевизор смотришь? Конечно, смотрю. Сериалы там всякие, «Женский взгляд» еще. Ты бы лучше новости смотрел, Тань. Сейчас знаешь, кого в армию не берут? Кого? Людей тасать нетрадиционной ориентации. Миш, ты что? Стыд-то какой, господи. Я уж лучше, знаешь, опять его буду из армии ждать. Слушай, ну а может, все-таки можно что-то со здоровьем там вот такое сделать, а? Там с анализами нахимичить. Анализы-то не спирт. Воду не разбавишь. Да и без анализов видно, здоров твой, Серег, как бык. И медицина здесь бессильна. Слушайте, Сергей Геннадьевич, что-то вот вы пассивно очень к армии готовитесь. Отжались бы от пола или как-то, я не знаю. Имейте в виду, в армии хлюпиков не любят. Или вы все еще надеетесь отмазаться? Клара Захаровна, никогда отмазываться я не собирался. Интересно, в какой род войск меня направят? Хотя мне все равно, я универсальный солдат. Ух ты, папа, ты просто Жан-Клод Ван Дам. А интересно, какое у тебя звание будет, а? Ну, я думаю, что через недельку лейтенанта дадут. Ну, младшего для начала, младшего. Ой, а я думаю, сразу старшего полковника. Да, ведь есть такое звание? Ага. Маршала ему дадут сразу. Или еще лучше, министра обороны, пожалуйста. Ой. Клара Захаровна, с моей фамилией большие звезды на погонах светят. А что звучит? Министр обороны, Рони, Сергей Звездунов. Это же у тебя личный шофер будет. И молодой адъютант. Адъютант его превосходительства, убора прямо. Миша сказал, что ничего со здоровьем сделать не получится. Придется служить. Что? Этот тыловая крыса будет решать, служить мне или нет? Сережа, успокойся. Все-таки Миша, он человек опытный, медик. К тому же с большими связями. Ты посмотри, а? Не успел муж, солдат. За порог шагнуть, она уже к соседу побежала. За связями. Сережа. Я вам покажу, кто в доме хозяин. А ну-ка так. Построение через 5 минут. Форма одежды повседневная. Разойдись. Равняйсь. Смирно! Товарищ командир, веренная вам, личный состав веренной вам семьи из 3 человек построен.
Больных и отсутствующих нет. Один в техникуме, ну. Докладывала ваша любимая жена Таня. Отставить поцелуйчики в строю. Сколько раз говорите «любимая жена», а заместитель командира семьи. Ну, и запомните, Татьяна, у меня в гарнизоне любимчиков нет. Да? А ночью вы мне другое говорили. Ой, наш командир спит ночью со своими бойцами, да? Вот дисциплинка пошла в армии. Запомните, товарищи бойцы, командир может спать с отдельными бойцами, чтобы помогать переносить им тяготы и лишения воинской службы. Так только не со мною. Мама. Отставить, равняйся, смирно, боец Иванько. Скажите, а что надо делать при команде «равняйся»? При команде «равняйся» надо видеть грудь четвертого человека у строю. Грудь! Не льстите себе, Клара Захаровна! Боец Света, что ржем, как конь? А что это у нас такие какие-то непонятные иностранные надписи на животе? Запомните, товарищи бойцы, иностранная наклейка на заднице – лишний патрон в ружье американского солдата. Теперь отрабатываем команду «вольно». По команде «вольно» боец может ослабить правую, либо левую ногу. Понятно? Итак, «вольно». Ты посмотри, а! Не отделение, а какой-то бордель. Ну, честно, ну, ребят, ну, мне же, ну, завтра же в армию идти. Ну, мне надо какие-то команды вспомнить, а то опозорюсь перед личным составом. Товарищ командир, мне сейчас надо срочно уйти, сходить в увольнение. Ой, и мне, мама, и мне. Эх, вы! Так, ага, значит, томик Бунина. Миску олимпийского обязательно не забыть. Так, утюг взял. Деду вы! Лара Захаровна, зачем вы валенки эти дурацкие мне суете? А если, не дай бог, на севере будете служить? Ну, а если на юге, куда я их дену? А си, сменяйте на ту бетейку тогда. Сереж, ну ты же плавки-то не взял, господи. Тань, зачем мне плавки? Сережа, вдруг на флот? Нормальную мне форму придумали. Валенки, тюбетейка и плавки. Тань, а где этот пейджер мой, который я в лифте нашел? А зачем пейджер в армии? Ай, вы темная вы, что ли, Клара Захаровна? В армии сейчас без пейджера никуда. Ну, вот смотри, беру телефонную трубку. Ти-ти-ти-ту-ту-ту. Алло, девушка, мобайл и пейджинг. Примите сообщение для абонента 3648. Записывайте. Боец Иванов, ты совсем сдурел, а? Ты куда свою дурную башку из окопа высунул? Тебя ж убьют на совсем. Подпись. Старший лейтенант Звездунов. Да, и повторите, пожалуйста, в течение часа. Отбой. Пип. А? Сереженька, солдатик ты мой. Не плачь, солдатка. И береги себя и детей наших. И мать твою. Береги. Одна у нас она такая. И мочу. Ой, да какой нас покину. Честно, только скажи, ждать будешь? Ой, Сереж, ну, конечно, буду. Вот тебе вот фотография моя на память. Там написано сзади. Твой солдат охраняет большую страну. Ой, не дай обнимать тебя никому, Сережа. Сейчас кто-то в армию опоздает. А, ну да, да. Долгие проводы, лишние слезы. Прощай, Тань! Давай, Серёжа. Прощай! Пока!
Береги себя. Ага. Пока, Тань. Пока. Пока. Уже ушел? А как же проводы? А может быть, мы, Татьяна, проводим солдата-то без виновника торжества? Миша, ну о чем ты таком говоришь? Я парня из армии жду. Уезжают в родные края. Звездунов, вы еще здесь? Я же вам сказал. Произошла ошибка, возвращайтесь домой. Товарищ военком, а как же служба? Какая служба? Вам о пенсии думать пора. Так, бойцы, за мной. А вы, Звездунов, свободны. Слышь, братан, это, ну как, это, дембель же вроде как бы у меня, а меня дома девчонка ждет. Ну, не могу я вот так вот перед ней по гражданке появиться. Подари берет, а, Зёма? Красивая? Девчонка-то очень. Ладно. Для тебя 200 рублей. Слушай, а за 100 никак нельзя, а? За 100 только одна кокарда. А я тебе, смотри, давай так. Я тебе 100 рублей, вот пейджер и валенки. Нет, не пойдет. На кой мне валенки? А вдруг на север запросят? А я к тебе в придачу к валенкам еще и плавки. А вдруг на юг перебросят? И пейджер, а? Давай. А если на восток? Пейджер. А если на запад? Пейджер. Ты знаешь, сейчас в армии-то без пейджера никак нельзя. Давай, а? Ладно, бери так. У меня с твоими прибамбасами засмеют. Спасибо, Сёма! Ну все. Дембель! И бойцу на дальнем пограничье от супруги передай привет. Миша, что, тоже повестка? Нет. Добровольцем на флот. Эх, моря, океаны, цунами, жизнь морская. Ой, Миша, ты прям в этой штуке такой интересный моряк. Но Татьяна влюблена в пехоту. И как морские брызги с серой пылью, так моряка с солдатом не сравнить. Это из-за Ивазовского. А вот мне Сережа говорил, что лучше 2 года кричать «Ура!», чем 3 года «Полундра». Мой комментарий краток. Карамба! Эх, Татьяна, способны ли вы приютить в своем сердце просоленную душу моряка? Разрешите пришвартовать ее, в скобках душу, к вашему берегу и пригласить вас на бутылочку шампанского. Ну зачем это, Миша? Чтобы разбить ее о борт одинокого крейсера. А сделать это может только ваша нежная ручка. Ты рыбачка, я рыба. Ты морячка, я моря. Ты на суше, я на море. Нам не встретиться никак. Вот ведь стихия. Тоже Айвазов. Так. Что это за маскарад? А, понимаешь, Серега, день военно-морского флота. Ну, я зашел поздравить это. Какого флота? Что-то я смотрю, ты так в сжатые сроки, так из докторишки в маримана перекрасился. А что не в летчика? Сергей Геннадьевич, извините, вынужден откланяться, ждут на судне. В военном госпитале тебя ждут, морячок. Сережа, успокойся. Ура! Приехал! Здорово, здорово. Хорошо. Товарищ унтер-офицер,
Валенки домой привезли? Господи, мама, ну какие валенки? Сережа вернулся, радость-то какая! Признайся честно, ждала? Да ждала, Серег, ждала! Я сам проверял! Чего? Ну, я не в этом смысле. Просто повезло тебе с Татьяной. Меня бы так никто не ждал. Ладно. Отставить грусть, отставить ждать. Давайте за деньги. А? За деньги. А что-то вы, Сергей Геннадьевич, рано свой не вернулись. А? Дело, Клара Захаровна, не в сроках, а в факте выполнения задания Родины. Ой, а какое задание Родины у тебя было, папа? Ты что? А вот это, Света, уже военная тайна.